Помните ролик от Аризоны РП, новогодний? Поздравления от всех ютуберов. Так вот, я там тоже должен быть, но... К сожалению, монтажер что-то накосячил и меня потеряли. Поэтому эксклюзивно смотрите мой отрывок. С наступающим. 3 года. В теплой и дружеской атмосфере я работаю с Аризоной РП, за что им огромно благодарен. А благодарен я за стабильную работу, уверенные действия и самое главное, наверное, честное сотрудничество. Честно, хочется затронуть еще одну очень важную тему. Что же изменилось за эти года? Ведь изменилось очень много, и в этом я благодарен Аризоне, в частности, Сэму Мейсону, масону, который помогал мне во всех проблемах, во всех вопросах. За это... Респект. Еще в 2017 году я лишь мечтал о какой-то своей игровой студии. Смотря сейчас на свое рабочее место, я понимаю, что я уверенно приближаюсь к своей мечте. В 2018 году мы с вами следили... С вами Мара Шакур, Dream RP! С вами Мара Шакур! Тут же мы с вами еще и познакомились с Артуром Лайтджокером, который мой земляк и который тоже снимает на Аризоне. 2019 год приветствовали уже 100 тысяч подписчиков на канале. Ну и также серебряная кнопка. Строительство квартиры, покупка автомобилей, домашние питомцы, отношения и многое другое. Без вас всех мы бы этого вообще никак не достигли. А самое главное, это наши встречи с самп-ютуберами, которые мы успели провести за эти года. Я, честно, искренне безумно рад, что успел познакомиться, пообщаться вживую с ребятами. Там Тофик, Макияжер, Гантеля, Лорд. Да тот же и Сэм, Валик, я с ними тоже вживую общался, вживую виделся, и это очень круто. 2020 год был сложный для нас всех, я думаю, по очевидным причинам, но я еще раз хочу поздравить Аризону, 14 серверов, 14 тысяч онлайна, это история, это легенда, это респект. Ну а новый 2021 год, я желаю, чтобы он просто был гораздо веселее, продуктивней, и просто, чтобы он был лучше, чем... 2020 год. Будьте счастливы! С вами был Брулев. Поздравляю с Новым годом!